Более 470 подростков планируют трудоустроить в Галышмановском городском округе этим летом. Для ребят это хорошая возможность заработать карманные деньги и попробовать себя в разных профессиях. Центр занятости населения и работодатели заключают договоры. Зарплата не ниже минимального размера оплаты труда за отработанное время. График сокращенный. Так, дети от 14 до 15 могут работать не больше 4 часов в день, а ребята от 16 до 18 лет не более 7. Работодатели уже составили больше 120 вакансий среди популярных, рабочие в сфере АПК, помощники вожатых, библиотекарей, делопроизводителей, спортивных инструкторов и экскурсоводов. Есть возможность поработать на каникулах в школе, детском саду или музее, помочь с благоустройством улиц и дворов. Мне очень нравится работать. Дети веселые, играют, общаются, все хорошо. Скучно дома. Хочется больше общения, тем более лето, нужно гулять, ну и работать нужно, не отлынивать.